Два брата-акробата. Сегодня впервые в свет вышли маленькие Насухи. Они будущие артисты Ярославского цирка. Пока юнцы только привыкают к жизни в дружном коллективе, по случаю первой репетиции – награда. Любимое лакомство южноамериканских енотов – печенье. Ради него они готовы выполнять любые трюки. Новые артисты очень игривые. И бывает, что братья ссорятся, например, когда не могут поделить гамаки. Но обычно спор заканчивается тем, что они засыпают вместе. Кстати, их старшие товарищи уже выступают, зависают над пропастью и преодолевают веревочную лестницу. На манеже они выполняют сложные трюки. И всегда остаются любимцами зрителей, которые говорят дрессировщики. Причем совсем не боятся публики, хотя по природе они очень пугливые. График у Насух акробатов непростой. По будням тренировки, на выходных выступления. К этому готовят и юных артистов. В обычной своей среде они живут в дуплах, в норах, и они очень любопытны. И, в принципе, их можно как-то привлечь на какое-то вкусное лакомство, чтобы они вышли в манеж, там что-то поделали, элементарно понюхали, поиграли с тобой. У данного енотика до сих пор нет клички, и мы просим вас помочь придумать ему имя. И, пожалуйста, приносите ваши варианты на кассу цирка.